Нет, этот мяч тоже не так уж хорош. Он для футбола. Я хочу поиграть в баскетбол. Я люблю баскетбол. И это должно быть сюда. О! О, да! А где же мяч? Нам нужно найти. О! Да! Неплохо. Я возьму все из них. Еще разочек. Изменим дистанцию. Может быть, плохой мяч. На, играй, Марти. Теперь он немножечко сдут. Марти, не надо кусать мячи. Помедленней. Эти мячи не подходят для баскетбола. Нужен другой. Нигде нет мяча. Ребята, вы видели мой мяч? Нет? Ставьте тогда лайки и подписывайтесь на канал. О, я вижу. Я нашла его! Нет, этот мяч тоже не так уж хорош. Он для футбола. Где же мяч для баскетбола? Этот тоже не для баскетбола. Он для американского футбола. Но давайте попробуем им. Нет, ребята, этот мяч не подходит для баскетбола. Он не подпрыгивает. Нам нужно найти баскетбольный. Нет, эти мячи тоже не подходят для баскетбола. Они слишком маленькие, они для тенниса. Марти, нам нужно найти другой мяч, побольше. Я хочу поиграть в баскетбол. Стейси, что случилось? Я хочу поиграть в баскетбол, но у меня нет мяча. А ты там смотрела? Баскетбольные мячи! А я тут даже не смотрела. Девочки, девочки, пойдем играть в баскетбол. Пойдем! Ребята, а вы умеете играть в баскетбол? Напишите в комментариях.